поговорить о хорошем. Я имею в виду после, конечно же, удручающего цифр, который Иван Григорьевич привел, хочу доложить о том, что все-таки у нас хорошо в нашем взаимодействии между промышленностью и сельским хозяйством. Механизация, химизация – это направление нашего сегодняшнего, вот, и моего, в частности, выступления. Это, конечно же, путь к реализации потенциала. Давайте посмотрим все-таки, что у нас хорошо. Динамика урожайности у нас великолепная. Великолепная. Я слежу за этим уже давно, но вот за последние, условно, 15-16 лет вы можете видеть, что, значит, десятки процентов рост по урожайности основных сельскохозяйственных культур. И в особенности зерновых, и в особенности таких важных, как соя в нынешнем периоде. Откуда это, в общем-то, берется? А берется от того, что растут цены. И поэтому, значит, сельхозтоваропроизводитель крайне заинтересован в том, чтобы потенциал гектара был, в общем-то, достигаемый до, возможно, высокого уровня. Посмотрите, в особенности последний год. И причем обратите внимание на некую такую симпатность движения цен по всем практическим культурам. Это означает, что в сельском хозяйстве очень сильно все взаимосвязано. И сегодняшние цены, которые мы здесь вот уже на пике, и, значит, масличные, и бобовые, и зерновые, они, в общем-то, конечно же, стимулируют сельхозтоваропроизводителей на, в общем-то, такое интенсивное ведение сельскохозяйства. Теперь посмотрите, откуда это берется. Это берется, в первую очередь, конечно, из средств химизации. Могу с огромной ответственностью сказать, что, конечно же, механизация в огромной степени уменьшает труд человеческий, я имею в виду физический труд. Но что вкладывается в сельское хозяйство? Мы выросли, вот видите, там, в 11 раз отечественное промышленное средство защиты растений выросло с 98 года. В 11 раз по физическим объемам. То есть было 20 миллионов тонн, 20 тысяч тонн, сейчас 90. Даже 20 тысяч тонн было всего потребления вместе с иностранцами, которых было 80%. То есть наша отечественная отрасль средств защиты растений выросла за 22 года в 11 раз. Значит, в целом потребление, 180 тысяч тонн там наверху, это общее потребление. То есть наша доля 90-70 тысяч тонн, мы вчера подводили, вчера союз производитель подводил итоги своей деятельности за прошедший год, мы видим, что мы превысили 50% внутреннего производства и потребления средств защиты растений. Значит, есть еще над чем работать, хотя 20 лет, но было наше участие только 20%. То есть спрашивается, доля российских средств химизации растет и урожайность растет. Значит, мы производим хорошие средства защиты растений, хорошие системы ухода за урожаем. Теперь обращу ваше внимание также на то, как, насколько это дорого обходится сельхозтоваропроизводителю. За последние 10 лет цены в рублях на все практические виды, значит, средства защиты растений, это протравители, фунгициды, инсектициды, они имели тенденцию падать, и только лишь был скачок, когда подскочил доллар в два раза из-за Майдана в Украине, и потом снова практически не то, что вернулось на прежний уровень, даже еще меньше. Это означает, что хотя и доходность производителей средств защиты растений падает, тем не менее доходность у сельхозтоваропроизводителей растет. Это, в общем-то, нас радует, хотя, в общем-то, конечно же, мы как производители средств защиты растений не очень этим довольны. В то же время, вот обратите внимание, наши коллеги-минеральщики, в общем-то, не теряют время даром, у них такая тенденция роста средств, то есть минеральных удобрений для сельхозтоваропроизводителей, она наблюдается. То есть, скажем, 5 лет даже назад, например, селитра стоила 15 рублей, а сейчас оно, вот видите, 3, до 12 рублей, сейчас оно до 20 рублей дошло. Значит, теперь посмотрим все-таки по прошедшему году. Что сеет вообще в экономике сельскохозяйственных культур? Потому что все хороши культуры, но есть определенные боли. Лучше обратить внимание, что, значит, озимая пшеница, хоть она и
Ленсор всегда впереди объемов сева и уборки, но тем не менее соя и сахарная свекла, они показывают очень высокую доходность. Последняя строчка показывает прибыль. Это для центральной черноземной зоны, которую я вообще считаю в ближайшем будущем житницей Российской Федерации, несмотря на достижения Южной России. Значит, в то же время мы, конечно же, производим мало сельскохозяйственной продукции на экспорт. Вот Бразилия одной только сои экспортирует 35 миллиардов долларов. И мы вот газа экспортируем примерно столько же. И, следовательно, возобновляем источники денег, я имею в виду в данном случае сельхозпроизводство, оно предпочтительнее, чем просто добывание газа из трубы. Поэтому нам надо, конечно, наращивать такую культуру, как соя. Она особенно важна и для оживления Дальнего Востока, и, конечно, для центральной черноземной зоны. Мы имеем вот такую возможность, вот такое, видите, вообще технологии сельхозпроизводства, вот такие это шестеренки, которые включают и семена, и питание, и технику, и, конечно же, защиту, и управление вегетацией самих культур, где еще не все очень, в общем-то, с научной точки зрения, для нас еще не все известно. Тем не менее, вот такую мы систему создаем, называется она система управления вегетацией. Она включает все виды, в общем-то, ресурсов для сельхозпроизводителей, начиная от трактора, заканчивая сложными химическими веществами. Соя, она будет, ближайший будет трендом, я считаю. И извините, я не сказал, ну 7 минут тут такой. Да, все закончил. Я хотел только показать один график, который я веду уже давно. Я хочу обратить ваше внимание на достигнутую урожайность в периоды, в эпоху наших первых руководителей. Обращаю ваше внимание на то, что мы растем все время, кроме одного периода, вот там, который вы все знаете. А в особенности хочу обратить внимание на то, что мы последние 20 лет растем семимильными шагами. Это период сегодняшнего нашего первого руководителя. А особо хочу обратить внимание на человека, который здесь представлен, Кастанов Леонид Арзинакович, министр химической промышленности. За 15 лет он построил 400 заводов. Назовите мне еще одного министра, который за последние годы подобное создал. Вот такие люди создавали благополучие нашей хозяйственной отрасли. Спасибо.